Завершающая оперативка 2022 года в правительстве Республики Башкортостан была коротка, бестолковая, абсолютно непонятна. Честно говоря, я не припоминаю такого, чтобы ровно 50% времени оперативного совещания Ради Хабиров говорил какое-то путанное, туманное вступление, которое никакого отношения, собственно, к оперативному управлению регионом не имеет. Эти 40 минут Хабиров посвятил чему угодно, только не делам республики. Он вручал ордена, вспоминал, что с ним случилось на прошлой неделе. Отдельное внимание было уделено визиту Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли, в республику. Этот визит случился на минувшей неделе и длился 2 дня. Важный день был 24 декабря. Мы работали, прибыл в Уфу заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли страны Денис Валентинович Мантуров. Мантуров ночевал в Уфе, и с этим связана одна пикантная история. Когда Хабиров с утра приехал за ним забирать его там на очередной объект их визита, а Мантуров заставил его ждать у двери 50 минут, потому что их высочество изволили позавтракать. В общем, вот всему этому было посвящено огромное вступление в 41 минуту. Смотрели видосики, естественно, там площадь с памятником Шаймуратову, Золотые олени, ЦУР, Кумыс, Шельдяев. Ну, в общем, все вот самое бестолковое и ненужное, что у нас есть в республике, было продемонстрировано в этих видосах. Опять вот этот пафос встреч дорогих московских гостей. Не показали Хабирова, сидящего у номера Мантурова в течение 50 минут. Но, наверное, это и понятно. В конце концов, кое-как, еле-еле, видимо, нехотя, перешли к вопросам по списку. И первым вопросом был вопрос о насущных проблемах жителей Республики Башкортостан глазами Елены Прочаковской. Как водится, Елена Анатольевна, естественно, нам ничего нового не рассказала. У нее опять на первом месте по проблематике дороги, которые поднялись с 5-го места, на 2-м месте ЖКХ, дальше благоустройство, медицина, соцобслуживание, транспорт, образование, мобилизация, строительство и на 10-м месте экология. Хабиров всю оперативку ломал схему и постоянно перебивал, переспрашивал, уточнял, переводил вопрос в другую плоскость, и здесь было примерно так же. Он не стал дослушивать Прочаковскую, видимо, она ему тоже надоела, как и мне, и начал спрашивать, например, Ленару Иванову почему-то о том, как там идут выплаты детям семей мобилизованных. Ленара Хакимовна подскочила с места на 1.5 метра и тут же заявила, что 100% заявлений от семей мобилизованных удовлетворены, и эти семьи по 20 тысяч денег получили. А потом Хабиров в контексте доклада Прочаковской отчитал Марзаева и Клебанова за то, что на пригородных маршрутах в Уфе, в поселках-спутниках, теперь полностью отсутствует автобусное сообщение, ну, как результат транспортной реформы, судя по всему, и жители там массово жалуются, пишут Хабирову в его соцсети, и Хабиров этого не может терпеть. Ну, я раньше думал, это фрагментарно, но, ну, как бы вот я вижу, что вчера очень большой поток жалоб и обращений был на мою страничку, вот, предыдущие дни. Значит, Алан Викторович, внимательно послушайте, пожалуйста, и Александр Владимирович, это ваша работа. Значит, очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения с поселков Спутников, Уфы. Просто завал идет.
Вот через раз это еще. Он отдельно отметил, что он, дескать, не рефлексирует на информатаки, идущие из-за рубежа. Но вот на критику и на жалобы он реагирует. Конец цитаты. Я не рефлексирую, коллеги, я не рефлексирую на какие-то вещи такого фрагментарного способа. Для этого есть наша, значит, Елена Анатольевна, она отрабатывает. Я не рефлексирую на спровоцированные информационные атаки, которые в том числе идут сейчас из-за рубежа. Не рефлексирую. Но я жестко рефлексирую, когда я вижу точно, что вот людей это волнует, и значит, мы не дорабатываем. Понятно? О каких там атаках из-за рубежа говорит Хабиров, это, конечно, даже смешно предположить. Честно говоря, видимо, он немножко соскучился по какому-то взаимодействию с зарубежными партнерами и стал выдумывать какие-то козни Запада из-за океана. Может быть, он полагает, что в связи с тем, что на него наложили персональные санкции, ему теперь, значит, полагаются и какие-то DOS-атаки из-за рубежа. Ну, в общем, вот упомянул, что хотите, то и думайте. При этом Хабиров отметил, что критика тоже бывает разная в его адрес. Вот когда, например, там они отжимали у разных перевозчиков автобусные маршруты и были на эту тему протесты, Хабиров это считает, что это там, ну вот, жены владельцев этих маршрутов вышли, значит, бастовать, протестовать, и это, на это внимание обращать не надо. Он прямо об этом живописал, что, дескать, жены вышли, а что, я их буду слушать, что ли? Это точно не та история, когда мы, значит, недобросовестных перевозчиков выгоняли из Уфы, я помню, образовывались жалобы и митинги, значит, выходили жены этих, значит, коммерческих автобусов для того, чтобы нас, типа, вот люди возмущаются. Мы это все видим, когда, значит, нас пытаются куда-то прогнуть, и мы видим, когда действительно люди обижаются и возмущаются. Понятно? Очень это, кстати, было похоже вот на этих 10-долларовых шлюх, о которых упоминал Владимир Путин в контексте утонувшей подводной лодки. Помните, да? Давно, конечно, было, но было такое. И вот Хабиров тут как-то повторился немножко. Но при этом он отдельно отметил Мирзаеву и Клебанову, что мы, дескать, цитирую, «видим, когда нас пытаются прогнуть, а когда люди реально возмущаются». Конец цитаты. В общем, пожурил он Мирзаева и Клебанова, повелел им, ну так, не торопясь, в течение пары недель, значит, разобраться с этим вопросом с автобусами из пригородных поселков. Ну, люди и пешком походят это время, конечно, понятно. Да и вообще пора автомобили купить. Например, как у Ради Фаритовича, прекрасный автомобиль. Тепло, комфортно ездить. Не знаю, чем мучаются на автобусах. В общем, такой очень сумбурный доклад получился у Прочаковской. Но он, как все хорошее и нехорошее, рано или поздно заканчивался. Далее в оперативном совещании был явлен дежурный мальчик для битья министра здравоохранения Эрат Разифович Рахматуллин, монотонно доложил нам о цифрах заболеваемости COVID-19. Свыше 300 человек за сутки заболело этой болезнью в Башкирии, заболеваемость растет, и это отмечает в том числе и министр здравоохранения. Совокупно 341 813 человек всего заболело за все время пандемии. На данный момент в больнице находится 200 человек. Коэффициент заболеваемости превысил 1,2, и он растет. При этом, ну, сами понимаете, ковид у нас уже давно отошел на второй план, а на первом плане у нас, естественно, борьба с нацизмом во всем мире. Хабиров опять не стал слушать до конца доклад Рахматуллина, как и Прочаковскую, перебил его и велел, значит, Айрату Разифовичу в новогодние каникулы отдыхать только один день. 31 числа разрешил Ради Фаритович отдыхать министру здравоохранения. Айрат Ильич, вы министр здравоохранения Большой Республики. Там 31 декабря отметите, значит, с семьей и на службе. Не надо сидеть на работе, вы должны отрабатывать этот вопрос. Можете проехать посмотреть, где у нас что, как и так далее. Поработайте, пожалуйста, эти выходные, ладно? Так. Договорились? Есть. Спасибо. Все остальные выходные дни Рахматуллин должен провести на рабочем месте, трудиться, заниматься первичным звеном. Ну, в общем, отказал ему Ради Фаритович в отдыхе. И вот, ну, это, видимо, такое наказание.
Ради Фаритович окончательно сломал заведенный порядок оперативного совещания и превратил его, по сути, в допрос или в интервью, это уж как вам угодно. Забегая вперед, начал опрашивать Голованову о готовности ледовых городков. Ну, было обещано, что к 26 числу все ледовые городки в Республике Башкортостан на Новый год будут готовы. Сегодня какое число? 26. С городками мы завершили или нет? Да, полностью работа вся завершена. Все завершили, да? Да, все. Точно? Точно, да. Госпожа Голованова, естественно, сразу же и клятвенно заверила дорогого Радио Фаритовича, что все, все абсолютно готово, все ледовые городки построены, но еще бы она их к 31 числу построила. Но, ну, в общем, конечно, все это выглядело как-то очень так путано. Потом Хабиров вспомнил, что действительно, а впереди еще доклад Головановой, и успокоился, забыв про нее. Сразу же перешли к аварийности на дорогах. Ну, понятно, что Хабиров не мог упустить то, что Республика Башкортостан в очередной раз и в очередной год попала в антирейтинг по травматизму и смертности на дорогах. И вот решили, значит, допросить Клебанова, чтобы он сформулировал, как там все обстоит. Ну, мы видим, там с минусом идем, конечно. Вот. Но поверьте, цифра 400 – это очень большая цифра. И я абсолютно уверен, что у нас есть в этом определенный запас. Клебанов сообщил, что за минувшую неделю случилось 59 ДТП, пострадало в них 84 человека и погибло 6. Совокупно за год к 26 декабря 2022 года на дорогах Республики Башкортостан случилось 3426 ДТП, что, по уверениям Клебанова, на 377 меньше, чем в прошлом году. Пострадало в этих ДТП 4189 человек, на 475 меньше, чем в минувшем году. И самая важная цифра – это погибшие. Погибло ровно 400 человек, как сказал Клебанов. Но впереди еще, к сожалению, неделя 2022 года, которая тоже принесет какое-то количество смертей. И вот эта цифра 400, конечно, она не устраивает Хабирова, потому что он-то понимает, что он не выполнил прямое поручение Владимира Путина о кардинальном снижении смертности на дорогах республики, и тут Хабирову пришлось юлить. Он стал говорить, что, дескать, смертность на дорогах тут мы снизили на федеральных дорогах. Ох, прям снизили, прям почти до нуля. А вот на муниципальных и городских дорогах она не падает. Благодаря нашим совместно принятым усилиям с Росавтодором мы погасили рост на федеральных трассах. Это очевидный факт. У нас снижение и на региональных, и муниципальных, но не такое сильное. Поэтому как раз вот эта значительная доля 400, подавляющая, это региональные и местные. И вообще люди умирают на дорогах, погибают, потому что они балбесы, разгильдяи и негодяи. Ну, вот примерно так это звучало. А вовсе не потому, что дороги ужасные, не освещены, разбитые, скользкие, нечищенные и так далее. Причины разные, конечно. Есть глупость, есть безответственность, есть, значит, есть несчастные случаи, когда из-за других людей погибают. В общем, Хабиров всячески пытался свалить вину за вот этот травматизм и смертность на дорогах на самих жителей. Ну, дескать, нечего по этим дорогам ходить и ездить, а то погибнете. В конце концов, Хабиров вообще договорился до того, что у него, по его представлению, значит, в республике ежегодно погибает целая деревня. И это недопустимо много. Ну, тут я, конечно, с ним согласен. Ничего они не могут поделать с этой аварийностью и смертностью на дорогах, ну, потому что на самом деле ничего не делают. Расставили камеры, отмыли деньги за эти камеры, и всем стало зашибись вообще. Ну, вот тем, кто этим занимался, естественно. А народ как гиб, так и гибнет на дорогах. Действительно процветает безудержное пьянство за рулем, и с этим тоже ничего не может сделать ни Хабиров, ни его пресловутая команда. Тут надо заниматься и нужно предпринимать экстренные профилактические меры и прочее, а они не предпринимаются. У нас свыше 13 тысяч человек только задержанных за год в нетрезвом виде за рулем. Это потенциальные убийцы. Ну, лично мое субъективное мнение такое. Я вот совершенно категорически отношусь к выпившим за рулем.
Считаю, что это действительно люди на грани преступления находятся и потенциально опасны. Соответственно, тут нужны какие-то меры. Но ни Хабиров, ни его команда, ни взаимодействие с ГИБДД никакого результата в этой области не дали. И в этом году мы отмечаем рост количества пьяных за рулем в Башкирии. Ну, это, конечно, имеет много причин, но факт остается фактом. В общем, Хабиров пошумел, потопал ножками в отчаянии и в очередной раз в итоге поручил разработать план, проанализировать, ну и доложить там недельки через две, что придумали. Ну, в общем, все, как говорится, как обычно. Сейчас Колебанов с Мирзаевым почешут репу и доложат, какие у них есть мысли на сей счет. Боюсь, что опять купят десяток другой новых видеокамер. Так или иначе, все на оперативном совещании в этот раз крутилось вокруг новогодних праздников и новогодних каникул. Вообще складывалось стойкое ощущение, что сами по себе новогодние каникулы являются каким-то тяжелым, устрашающим испытанием для команды Хабирова. Потому что ну, у Хабирова в голосе все время звучала тревога, если не сказать даже страх, за то, как же эти каникулы пройдут в Башкирии, как же тут справится вся эта система, коммунальные службы, там, органы правопорядка и так далее, и так далее. В общем, заслушали доклад об организации работы медучреждений, коммунальных служб, дорожных служб и общественного транспорта в период новогодних праздников. Уважаемый Радий Фаритович, у нас подготовлен приказ работы в новогодние праздники наших амбулаторно-поликлинических учреждений. 31 декабря мы работаем с 8 до 17 часов с приемом в поликлинике вызовов врачей на дом. С 1 по 8 января также до 17 часов все поликлиники будут работать, проводить приемы и принимать вызова врача на дом. Ну и опять пошли по кругу докладывать, насколько хорошо они готовы к встрече Нового года. Первым опять вытащили на поверхность Рахматуллина Айрата Разифовича, несчастного министра здравоохранения, который рассказал нам, что все поликлиники в праздничные дни будут работать, как и работали раньше. Обезболивающие больным начнут выдавать почему-то только со 2 января. Контакт-центр Минздрава и вовсе начнет работать 4 января, то есть не звоните и не обращайтесь. Ну, хотя бы скорая помощь будет работать 24 часа и 7 дней в неделю. Рахматуллину еще раз сказали не ходить ни на какие, значит, каникулы и работать в выходные. Видимо, такую меру наказания избрал Хабиров для министра здравоохранения и вызвал на ковер Дале Голованову. Ирина Александровна рассказала, что у нее будут графики, штабы, схемы оповещений, ну все как на войне. В целях обеспечения штатного функционирования работы коммунальных служб, предстоящие новогодние праздники, министерством, а также администрацией муниципальных образований утверждены графики дежурства руководителей, а также сотрудников диспетчерских служб. Утверждена схема оперативного оповещения. 370 аварийных бригад, 2353 человека будут готовы устранять коммунальные аварии в новогодние праздники. 271 генератор на всякий случай заготовила Голованова на случай, если отключат электричество совсем. И 45 тысяч тонн топлива у нее в резерве находится. Ну, в общем, как-то жутковато все это звучало. Хабиров послушал исполняющую обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и задал ей каверзный вопрос. А вот если я, говорит дорогой Радий Фаритович, 1 января захочу позвонить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, то с кем я буду там разговаривать? Ну, Голованова немножко опешила такая, говорит, ну, там у нас это график, схема штабы, схема оповещения. Не-не, говорит Хабиров, а с кем я буду разговаривать? И так вот на букву «Я», значит, так это надавил. Ирина Александровна, а как будет вот новогоднюю ночь, кому я могу позвонить, чтобы сказать, что, значит, снегопад и не убирают? Кто будет у вас в министерстве отвечать? При администрации городов в каждом муниципальном образовании есть единая диспетчерская служба. Нет, нет, я имею в виду из руководителей. Я не буду звонить, я все-таки повыше вас должностью. Вот я как руководитель республики, кому могу позвонить из сотрудников Министерства жилищно-коммунального хозяйства, который будет внятно отвечать на мои вопросы?
и реагировать. У нас есть график дежурства, Ради Фаритович, то есть есть дежурный заместитель министра или я дежурить 31 декабря, кто 1 января, известно? Да, есть график. Кто 1 января будет дежурить? 1 января дежурю я, глава Новоирина. Хорошо, вот я спокоен более-менее. Ну, в общем, не сразу вкурила Голованова вот эту вот каверзу, которую ей устроил Хабиров. На самом деле, надо было бодренько отвечать. Это я буду, Ради Фаритович, всегда на связи, вам отвечу и расскажу вам все там про то, как дела обстоят. Ну, в общем, кое-как сообразила Ирина Александровна от страха признаться, что именно она будет дежурить 1 января в Министерстве ЖКХ. И далее Хабиров стал по списку требовать от всех министров, чтобы они дежурили вот именно 1 января, потому что, скорее всего, ему придет в голову обзванивать, значит, своих подчиненных. Следующим по списку был Колебанов Александр Владимирович, который тоже докладывал об оперативной обстановке, которую он планирует на 1 января. В новогоднюю ночь, как заявил новый министр транспорта, у нас, значит, транспорт общественный будет работать аж до 2 часов ночи. Также он планирует запустить шаттл до резиденции Деда Мороза на набережной реки Белой. Ну и с 3 по 8 января Башавтотранс будет работать, как ни странно, по расписанию выходного дня. Ну то есть кое-как, и автобусы будут ходить крайне редко. Колебанов фишку просек. И на вопрос, кому можно будет дозвониться 1 января, бодренько заявил, ну, конечно, мне, дорогой Ради Фаридович, ну, что уж там, будете прямо сразу мне и звонить. А кому я 1 января могу позвонить? Мне, конечно, Ради Фаридович. Вы будете, конечно. Да? Хорошо, договорились. Мне это устраивает. Ну, в общем, Хабирова это вполне устроило. Не знаю, о чем там собирался звонить, значит, по министрам 1 января. Обычно люди спят вниз лицом в этот день. Ну, если не в подушку, то в салат, но, видимо, Хабиров обещает что-то иное. Вообще, он всячески кошмарил подчиненных, значит, вот этими своими вопросами, кому звонить 1 января с утра. Он предупреждал их, что если он увидит завалы снега или мусора, или иные безобразия, которые случаются по результатам климатических катаклизмов, либо плохого поведения населения, тогда он, конечно, им спуску не даст и начнет их там всячески карать. Еще раз, вот этот доклад, который завершил, собственно, оперативное совещание, последнее оперативное совещание 2022 года, он носил какой-то чрезвычайно панический характер, но при этом, например, мэра Уфы Мавлиева к доске так и не вызвали. То есть они его даже не считают нужным опрашивать, что он там, как приготовился, какие у него там, значит, дежурные будут силы задействованы, и вообще к 1 января кому звонить в мэрию, если что. Даже вот об этом Ради Фаритович не спросил этого нашего велосипедиста. В общем, как-то они его все время за скобками держат. Это как-то, ну, с одной стороны, объяснимо, а с другой стороны, даже, в общем-то, унизительно для мэра миллионного города. Завершил финальную оперативку 2022 года Ради Фаритович и вообще как-то странно и даже, я бы сказал, мистически. Он ни с того ни с сего сообщил собравшимся, что недавно где-то прочитал о том, что уныние – это страшный грех. И в связи с этим вот откровением, которое его посетило, он заповедал своим подчиненным ни в коем случае не впадать в этот грех уныния. Значит, здесь особо я хотел сказать. Вот, я где-то читал, что уныние – это смертный грех, очень тяжелый и нехороший. Вот уныние должно быть. У нас нет основания для уныния, поэтому я говорю, Новый год нужно отпраздновать. Потом он как-то без всякого перехода начал уверять своих подчиненных, что год прошел прекрасно, замечательно, что все они отлично работали, что год для Башкортостана, как он сказал, вот вы не поверите, но год для Башкортостана был прорывным. Вот он прямо так и назвал. Это, говорит, был прорывной год. В разных каких-то отраслях, каких отраслях он не назвал. В неожиданных, как он сказал, отраслях был прорывным год. В общем, вот как-то, судя по всему, это вот из той поговорки, да, сам себя не похвалишь, ходишь весь день оплеванным. Этот год был в том числе годом очень больших достижений и свершения нашей республики. Вот поверьте в это, пожалуйста, вы видите сами результаты. Он действительно во многих случаях был прорывным и в промышленности, и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в каких-то, может быть, необычных для нас сферах.
Республика Башкортостан, вот, что называется, расправляет крылья. Я вот потом даже думаю, вы расправите, как мы вас остановим-то. Вот, расправляет крылья и идет вперед, в будущее, как современная республика, с мощнейшей экономикой, с жителями трудолюбивыми, вот, верными нашей стране, с компетентной, хорошей управленческой командой. Вот это вы должны, коллеги, точно понимать. Вот. Мы провели опрос, такой блиц-опрос у себя в телеграм-канале именно вот по этому тезису Хабирова. Был ли 22-й год прорывным? Результат этого опроса, конечно, ну, с одной стороны, был предсказуем, с другой стороны, был абсолютно таким ошеломительным. 5% опрошенных, а опрошенных было почти 1000 человек, 5% согласились с Хабировым и считают, что этот год был прорывным. 15% считают, что Хабиров ну, просто витает в облаках и несет какую-то милую чушь. Ну и, соответственно, 80% опрошенных заявили, что год был не просто непрорывным, а даже каким-то совершенно провальным. Потому что, ну, действительно, я не пойму, откуда Хабиров взял вот это вот ощущение. И вот было абсолютно очевидно для меня, что он сам себя и окружающих уговаривает. Он вдруг стал рассказывать, как замечательно они поработали в этот год. Ну, далее в этом довольно-таки пространном окончании оперативного совещания Хабиров заявил, что никакие специальные военные операции не должны лишать детей праздника Нового года, но при этом чиновники должны воздержаться от неуместных вещей. Вот это дословная формулировка. Ну, особенности этого Нового года, я об этом говорил, но есть вещи, которые неуместно просто делать. Ну, не делайте их, у каждого из вас есть мудрость уже определенная чиновничья, не делайте то, что неуместно. Мы вот с главным муниципалитетом говорили, какие-то вещи делать не надо. Но дети, семьи должны получить радость Нового года. Не украдите у них это, пожалуйста. Никакие специальные военные операции, никакие там сложности, санкции не должны нам повлиять на то, чтобы дети наши не порадовались. О каких неуместных вещах говорил Ради Хабиров, было совершенно непонятно. То ли это там водка девкой Монте-Карло, то ли еще что-то, что неприемлемо для чиновников на Новый год. Ну, в общем, говорил Ради Фаридович туманно и всячески мистифицировал своих подчиненных, особенно вот про эти вот грехи уныния, меня, честно говоря, прямо зацепило. Ну, а завершил вот это свое алаверды Хабиров и вовсе, по сути, цитатой из Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что он заявил, что он верит, что победа будет за нами. Что мы с вами, вот следующий Новый год, мы с вами начнем бодро, продолжим и будем к новым победам. О какой победе говорил Ради Фаритович? Было туманно непонятно, то ли победа будет над коммунальными проблемами и авариями, то ли победа на фронтах, то ли еще где-то какая-то победа. Ну, в общем, верит он, верует практически в то, что победа будет за нами. Ну, попытаемся присоединиться к дорогому руководителю нашего региона, ну, хотя бы из соображений какого-то такого мистического оптимизма. Ну, пусть хоть какая-нибудь победа будет за командой Хабирова, потому что за эти 4 года мы ни одной очевидной победы не наблюдали. Ну, пиара, да, хватало, всякой, значит, мишуры и билиберды, всяких форумов, праздников, чак-чака, монументов, покрашенных поребриков, поломанных скамеек, всего этого было достаточно. Победы ни одной не было. В общем, ну, присоединяемся к Ради Фаритовичу и веруем в победу. Искренне вас каждого обнимаю, жму руку и благодарю за этот год. С наступающим вас Новым годом!